Все, с Новым годом, с новым счастьем. Друзья, с Новым годом, с новым счастьем. Желаю вам здоровья крепкое, крепкого, любви огромной. Что еще? Всего-всего. Всего-всего мира над головой, чтобы все было у вас хорошо, замечательно. Надо еще что-то. Ну, скажи что-нибудь. В общем, с Новым годом вас, друзья. Смотри, какой у нас туманный Альбион. Счастьем. Мы живем в Альбионе, в туманном. Туманный Альбион у нас. Не видно. Да, потому что у нас туман кругом. Вы видели, какой у нас салют? Видите, красивый, да? Вот этот что, домой собрался? Подожди. Что там? Все, уже домой зашли? Все, мы пошли домой пить шампанское. Нет, подожди, он снова сейчас будет ставить. Еще. Так, все, внимание вот на салют. На что мы деньги? Так, на то, что мы сдали, мы уже посмотрели. Нет. Это мы не сдавали на это. Как клюв! У нас салют закончился, Лиза запереживалась. Мы закрыли окно. Там еще чего-то там. А, это просто бенгальские огоньки. Это не салют. Ну, короче, знаете, вообще клево. Мне понравилось. Так, все, в дыму. Людей много. Лиза боится. Отработала я сегодня. До 9 часов меня папа встретил, мы поехали на такси. И, кстати, задешево доехали. Сколько? 560. 560. Дешево. Даже вообще прям удивительно дешево. Так, тут у нас музыка играет. Нас могут забанить. У нас и так ничего нет. Да еще и забанить. Короче, друзья, мы пьем шампанское. Новый год отмечаем. Папуля купил сегодня, то есть Олег, купил сегодня вот такое вот венцо. Но что-то мне как-то вообще оно не понравилось. Просека пятая, четвертая, третья. Просек. В прошлом году было вкуснее, лучше. И объем был побольше. С Новым годом, друзья. А чё я одна? Давай чокнемся. Алкоголь пить нельзя в Ютубе. Ничего. Забанят. Мы чуть-чуть. Правда? Мы много не пьем. Мы чуть-чуть. Тем более из таких бокальчиков. Как раз покупала для Нового года, для шампанского. Ну что, друзья-товарищи, когда же у меня выйдет это видео? Я еще точно не знаю, работаю я завтра или нет. Ну, вообще не хочу работать. Не хочу. У нас вот такая шоколадка есть мелкая. Нам бабушка подарила. Спасибо большое бабушке. Она еще там много чего мне дарила. Вот. Сейчас будем есть. Настя в Ульяновске тоже уже созвонились. С Новым годом поздравили друг друга. Пожелали всего хорошего. Газы.
Слушай. Вот. Ну и все, наверное. Тебя Москва будет уже Новый год встречать, давай. Мы еще раз будем Новый год отмечать. Снова будет сейчас. У нас тут еще половина шампанского осталось. Главное, команду еще послушать. Мы приехали. Ну, я отработала, но Олег меня встретил, мы приехали домой. Олег у нас такой молодец. Он приготовил шубу. Хотите, покажу? Сейчас я покажу. Сейчас я вам покажу. На балконе стоит. Поставлю вас вот так вот. Ой, они до сих пор там... Ой, бенгальский огонек жгут. А, он же в этом пакете. Вот шуба. Вы видали? Целый торт, а не шуба. Сейчас. Сейчас. Минуточку. Вот, это шуба, это салат-шуба, селедка под шубой. Вы видели? Шедевр, а не шуба. Это не салат, это вообще торт шубный. Вот, а еще оливье, тоже вкусно. Знаете с чем? С яблоком. С яблоком, оливье с яблоком, зеленым. А еще у нас есть вот такая вот рыба. Это нам подарили. Очень вкусная. Мы половину съели. Теперь обопьемся. Вот, все. Так, что еще? Ну и все, больше Олег ничего не готовил. Потому что мы вдвоем. Ой, там кто-то счастья и удачи желает. Потому что мы вдвоем. И нам бы вот это вот съесть. Ой. А еще мы скоро пойдем к бабушке с дедушкой на день рождения. У дедушки день рождения будет. Вот. Так что вот так вот. Надо куда-то сходить погулять. Да? Завтра, может, прогуляемся? Да. Если голова не будет болеть от этого шампанского. Ну, это вообще, кстати, сухое шампанское. Сухое. Белое сухое. Ну, а сухого обычно не болит ничего. Ну, мало ли. Вот, все, друзья, на сегодня все. С наступившим вас Новым годом еще раз. Всего вам только самого-самого-самого. Вот, и подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. В общем, будьте с нами. Сегодня, завтра и всегда. Пока-пока. 1 января. Соседи жарят шашлык во дворе. Я не могу это вообще. Дети гуляют. Туман снова. Мы же в Англии. В Англии. У нас Альбион. Смотри, тетка ходит, курит тут же с детьми. Вот так вот. О, собачка бежит. Ну, хоть бы к лесу бы отошли. С мангалом. Ты еще мангал, смотрите, какой. Не просто одноразовый, не маленький. Большой откуда-то приволокли, привезли.